Всем привет, добро пожаловать на мой канал. С вами у нас 24 июня. Магазин 24 июня. Вот такие у нас новости, ребят. Добавили нам летнего мидаса. Вот, только фигово, что у меня обычный мидас есть. Просто в магазине продают обычного мидаса, только со стиля летний. Вот. Типа мне не особо выгодно получается его покупать, но он прикольно выглядит. Вот, короче, такая у нас обёртка, чёрное золото, 17 сезона. Мне внешний вид. Окей, когда совершаете устранение, вроде бы оно немного покрывается золотом. Всё, да, покрывает, окей. Ну, наверное, знаки вроде бы покрываются, не знаю. Так, короче. Потом полазаченный топорик. Ну, такой. Я не думал, что будет такой топор. Потом летний мидас, стиль на выбор и мед, конечно, вид. И доска призрака. Вот доски три стиля есть. Доска призрака. Призрака. Доска призрака меняет внешний вид. А о, сейчас меняю. Ну а через какое-то устранение. О, видите, вот так. Так устранили одного, вот это в другого. Ну так, короче. И это вроде бы все золото. А, нет, это не все золото. И вот так, короче. Окей, у скина у нас с вами даже со стилев. Это куртка. Здесь мы до очки без очков. А это что у нас? Золото у меня. А, если золото мне внешний вид. Не понял, ну окей. Вот, морда вот так, например, с очками. Не знаю, морда вот так. Вот, можно вот так. Подождите, вот так можно. Можно вот так. Вот так, короче. Скин такой более-менее прикольный, тонкий. А вы видите, он покроется золотом. А вот этим типа не покрывается, да? Только когда вы оружие берете, оружие становится золотыми, да. Не меняется, окей. Потом суровая сапочка. Стиль на выбор 11 сезона. Обычный стиль. И без головного убора. И вожак стаи. Потом страшный топор. Гроза волков. 11 сезона с анимацией. Кстати, забыл вам показать. Ну так, скин стоит 1600, 500. И скидка 602 баксов. И этому комплект можно за 2к купить. А не, обёртка получается вся в золото покрывается. Окей. И такой у нас загрузочный экран. И первый перерыв на морозную. Золотые руки, ну. Татуировки становятся более золотыми. Вот так, короче. Как видите, там слева на, ну, мидас, типа морозное золотое, там это Джоус, это Грут вроде бы. Там, не знаю.
Ну, цвет одежды, как у типичной Руби вроде бы. Справа у нас кристалл летний, там это динамит, ну, точнее, можно сказать, как бы петард, только это вроде по-испански, не знаю. И летняя Мара, банан, летний Ронин, о, все такое, короче. Окей, помню, Шторм 9 сезона. И Штормой Плащ. Гроза 9 сезона. Глаз Вурим. Тоже 9. Бушующая буря 9 сезона с анимацией. Гром. 9 сезон. Демоническая сердцеедка. 13 сезона. И крылья. Без сер деятельности. Потом Валентинка. 7 сезона, также рюкзак Валентина, ну и типа испытания. Вот, Валентина. Испытание, что проходите испытание и получаете вот этот стиль. Называется Валентинка стиль. Вот это стиль Валентина просто. Вот. Скин более-менее неплохой. Тоже в самого рюкзака. Это называется череп. А это Валентинка рюкзак. Вот испытание, короче. Ну, либо задание. Потом подручный посох. За 200 неплохая эмоция, мне нравится. Ну, прикольно. Потом на шарнирах 9 сезона в передвижении. Ну, это эмоция, если... Ну, в принципе, она... Мужика мне уже немного надоела. Слёзы ручом 4 сезона. Вот. И под ручом... Мало это эмоций есть, но только пока что вроде бы 2 раза выходила. Ну такая неплохая. Типа когда ты кого-то убил, знаете, вот танцуя, типа потно было. Под ручом. Вот, и вроде бы это нам оставили. Это тоже. Вот этот пак нам оставили. Все это 2200. Вот это. Это скафчик Guild Hin. Вот это все. Ковбои. Прямиком с фермы. Космическое лето. Ограничение предложения. Ограниченное предложение. Это боевой пропуск, а это отряд Fortnite. А так, ребят, ну, желаю, что вы посмотрели видео до конца. Вот, ну, а вы подписывайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, не забывайте, что 1500 подписчиков разыграть что-то за 500 баксов. Вот мой тег автора, поддерживайте, пожалуйста, у меня в магазине предметов. Также это мой ник, отправляйте мне заявку, друзья, я приму. Ну, что я приму, вы должны подписаться и поставить лайк под это видео. Ну и, конечно, написать, какой у вас ник, чтобы я знал, кого принимать. Потому что у меня очень много заявок, а я не знаю, кто вы здесь. Например, тут будет... ты мне отправил заявку, да? Ну, например, я подумал, что ты... Это вот этот. Это не ты, потом вот этого. И ты окажешь... Я принял 62, а оказывается, ты последний. Типа, это будет очень медленно. Вот. Ну, все-таки я вроде бы уже показывал. Ну, короче, ребят, подписывайтесь, ставьте лайки.
И всем пока. Удачи.